У нас второй день ремонта моста, переборки или там что-то типа того. Решили все-таки мы его расколоть и посмотреть наверняка, сколько там зубьев. Это вроде нам сказали, сколько. И плюс, да, помыть его побольше вот надо, что там, чтобы всю какую-то ерунду оттуда вытряхнуть. Вчера в магазин ездили, купили трубки тормозные, которые там были уже либо сломаны, либо оказалась одна перебита. Сальники, да, купили, болты какие-то купили. Короче, все, что надо, купили. Сегодня будем дальше, в общем, заниматься им. Вчера, кстати, у меня благополучно заклинило все-таки спину. Еле-еле хожу. Вадим говорит, не лезь, а я все-таки куда-нибудь долезу. Не совсем критично. Посмотрим, что завтра будет. Встану вообще с кровати, не встану. Две недели перерыв был у меня. Отдых от железок. Две недели я ничего не ремонтировал. Как-то уже даже это... Соскучился? Вообще, близ просто. Просто близ. Соскучился. Работу подкинуть? Вам работы надо? Не, работы не надо. Ведь есть у меня. Интерес нужен. Просто интерес. Почувствовать себя немножечко творцом. В смысле железяки. О, капает что-то, смотри, есть какое-то. Первая капля пошла, масло, значит, есть. Придержи чуть-чуть. Придержи-ка его. А там что-то выпадает потроха. Где? Потроха. Ну, это, так это ходит. Редуктор. Сама, планетарка сама. Вот эта прокладка нам нужна будет. Так. Ну и все. Все, что нам нужно. Так. Так это вытащить сейчас можно? Да, да. Опа. Зачем ты вошел? У тебя аж прям прилипшее. Присохшее просто дело. На твоем редукторе. Видишь, они разные. Здесь почти ничего нет, да? Здесь смотри, целое кольцо. Угу. Регулировали то вот так вот все. Считаем. Считаем. Раз, два, три, четыре, шесть, семь. 8. А здесь надо, чтобы было 37. Ну, тут уж по-любому будет 37. А кто его знает? Кто его знает? По-моему, автоматически уже должно быть так, как надо. Ну, мы что, хочем, да? Удостовериться по полному, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 20, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, 30, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ура! Ну, ну все, моем, чистим. Прокладка тут, конечно, бумажная какая-то, да? Да как говорю, мы посадим на герметик. И все. Ну такая, герметик лучше будет, чем эта штука. Так, ну что, теперь помыть редуктор и собрать, да? Ты сейчас тогда возьми тряпочку, вот это высушу все, чтобы можно было клей нанести. Вообще, потому что я не удивлюсь, если мост будет гудеть. Видишь?
То есть подшипником этим, по сути, хана. Ноль. Да, каверз огромный. Вопрос такого характера. В общем, начали продувать вот эту планетарку, да, и обнаружили то, что подшипники прям вообще там такие жесткие каверзы. То есть, ну, подшипником, по сути, хана. Он держится, то есть, ничего там особо не болтается, но на каждом ролике, ну, прям вот глазами прям видно, какие каверзы глубокие. Да, оно там изъело ржавчины, мы это все сдули. Вот, а каверзы остались. То есть, по идее же, хана подшипник. Да, и вот в чем вопрос заключается. Они же сами подшипники одинаковые же, правильно? Ну, стандартные все продаются. И каждый этот подшипник надо регулировать, так? Шайбами. Вот здесь получается старая регулировка. Если мы подшипник снимем и поставим просто новый вот на это же количество шайб, которое здесь сейчас стоит, не поможет? Почему? Подшипник там говорит хана. Ну, тоже. Тут явно. Да, я и тоже вижу, тут невооруженным взглядом видно, что... Я не знаю, тут даже прям миллиметр местами глубины, это борщ. Поэтому еще туда-сюда, а этот уже ноль точно. Я просто думал, что это самое. Ну, раз, и вот они сколько есть, как бы ничего не надо. Одна лишка. Хорошо, что сняли. Ага. Ну да, с одной стороны прям хорошо, что сняли. Да и с другой тоже. И с этой хорошо, что сняли, и с этой тоже. Так что все нормально. Ладно, поборемся. В общем, что у нас? Придется нам поменять все подшипники и регулировать мост. Хвостовик открутили, вот он высыпался весь. А здесь каверны огромные, прям очень глубокие. Даже невооруженным взглядом видно. Тут как наждачная шкурка, по нему пальцем проводишь. Этот поцелее, но тоже имеет каверны. Вывод такой, что надо все перетряхивать. Сама планетарка нормальная. Хвостовик нормально, а подшипником хана. Позвонил ребятам в сервис, говорят, приезжайте, будете, правда, сами заниматься, но мы, говорит, вам подскажем, как, если что, там, что отрегулировать. Совет в таком деле тоже нужен, ни у меня, ни у Вадима пока нету опыта по поводу регулировки мостов. В общем, получается так, что мы его полностью перетряхнем, и он будет фактически перебратый. Вот, сегодня у нас что, задача купить, будет съездить в Ухту, я, если что, в Сосногорске нахожусь. Съездить в Ухту, приобрести все подшипники, регулировочные шайбы. А завтра, как появится время у Вадима, мы это все дело перевозим в сервис и начинаем уже там разборку. Сборку, точнее, уже переборку. Вот так вот. Ну, ребята подскажут, я думаю, все-таки соберем всем миром этот мост. Вот, ну, потом будем ставить. Главное, чтобы, опять же, так и со спиной хуже не было. То есть что-то я вот, мягко говоря, не очень себя хорошо чувствую. Все, до завтра. Думал, у нас все на сегодня, у нас не все. То есть с хвостовика спецключом сняли вот этот подшипник отсюда. Вот таким ключом. Сейчас надо будет обойму вытащить тоже спецключами. Вот эту и вот эту. Так что до завтра еще далеко. Это упор. Так. 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 В качестве упора, оказывается, можно полуось, да, использовать. Попробуйте. Подумали и придумали. Полежали. И, пожалуйста, попроси. Подожди, назад. Ага. И, пожалуйста, попроси. А не соблаговолите ли вы? Давай вниз опускай. Ага. И давай долбай по ней. А, сейчас, подожди. Чтоб мне только в нос не сыграла эта ветеровка. Как там? Давай, газуй.
написано. Давай. 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 Стоп. Не, не, не пошла. Это из разряда, когда нету съемников. Делаем как получится. Дядя Вася, привет. Тяжелая артиллерия подошла. Я выбыл. Дядя Вася прибыл. Взяли сегодня все подшипники. Все какие надо. Все новые. Шайбы регулировочные взяли. И жидкость тормозную докупил. Потом прокачивать надо тормоза будет. Не надо. Старые кольца вытащили всеми правдами и неправдами. Сейчас новые будем. Входит гораздо лучше, чем выходит, а да? Зачем поглубже? А по-моему, оно так не надо, было. Не надо, все. Все нормально. Это ж потом затянется вроде, да? Да, оно еще и сядет, подтянется. Эту часть моста тоже новую загнали. Пойму. Больше чем не тянуть. Чудо-съемник Вадим придумал. Я пуху посмотрел. Ухи растопориваются, но не унимается. О, щелкнуло. Что-то щелкнуло. Что? День четвертый у нас. Вчера в итоге мы поехали в сервис Quattro. Там ребята нам сняли вот этот вот подшипник. Вот отсюда, с хвостовика. Мы его так и не смогли сами снять. Нету спецкрасовок. Съемников нету. И вот этот вот снимали тоже там. В итоге нам дали съемник. Вот такой вот. Он нам понадобится для регулировки планетарки. Снимать и одевать вот этот вот подшипник. А здесь регулировочные шайбы вот такие вот будем применять. И сейчас постараемся этот процесс показать, как регулируется мост. Все здесь будут это делать первый раз. Да, для начала без регулировочных шайб его надо насадить, потом собрать, и получится, будет известно, сколько сюда примерно этих шайб поставлять. Теперь втыкаем это, втыкаем вот это. Это теперь вот так зажимается вот крышкой. А как это? Подожди, а как она крышка? Ерунда. А тут же флянец втыкать надо. То есть это называется методом тыка. Методом научного тыка, да. Да. А науку берем вот с YouTube. Мы сейчас хотим отрепетировать тепловой зазор вот этих подшипников. Вот там стоят два подшипника конических. Между ними тепловой зазор. Или преднатяг, как пишет дяденька. От этого надо вот здесь вот тогда какую-то... То есть там свободного хода не должно остаться, да? На флянце-то у него стоит... Да, между ними, должно быть между ними не должно быть люфта. То есть вот этот люфт, подожди, на камеру какой-то, да? Вот этот люфт мы сейчас будем. Вот он есть. Да. Его не должно быть. Его не должно быть. Еще, поехали. Давай, давай. Хорош. Что мы имеем? Теперь уже за этот Сахалин, что вы скажете? Что, мы угадали прям? Не, не угадали. Прямо убрать одну еще, тоненько, да? По-моему, мертвый. Это чем мы достаем? Вот, регулировочный шайбы. Вы же комментируйте. Да, обожди ты со своими комментариями.
Так, что мы делаем? Вот микрон там замеряем толщину. Вот эту толстую мы меняем на две. И ты видал этот момент, как он замерял толщину пальцами? Ага, нормально. О, а ну-ка. Так, а мы сейчас только, а мы сейчас еще подожмем. Так, вот так попробуем. Так, сейчас попробуем. Печка уже, наверное, потухла. Сейчас разберемся. Так, вот это потолще. Сейчас кино снимем. Две потолще. Как раз закипит кофе. Запипело. Водичка. Так, это уже третий подход. Регулировочный. Теплового зазора. Да. Мне даже уже руки заточились так, как надо. Так ты вот скоро без молотка будешь вставлять. Скоро можно будет это самое. Закрытыми глазами. Снимать ролик, как конечно отрегулировать хвостовик или вообще там, да вообще все, что надо. Сын никогда не брался за ремонт машины, тем более за ремонт стартера. Что ты думаешь? С 25-го раза он стартер разбирал, просто вот держа на руке его. С закрытыми глазами. По сути, да. В шоке, говорит. Пальцы уберет. У меня так же когда-то с карбюратором было. Сначала боялся что-то где-то как-то, а потом... На ходу продувал, как говорится. Опа, еще одна есть у нас забава. Стоп, хорош. Давай еще раз. Давай еще раз. Еще раз. Теперь давай газуй. 25. Это даже по своим местам. Вот, вот видишь, тормозится. Но вроде легко. Думаю, можно оставить. Смотри, видишь, притормаживается. В то же время, если ты сильнее крутанешь, мерцает. Нет, ну смотри. Вы же смотрите, там же пропуск вот чем. Все. О, видишь? Ну как у него. Ну так я же и кажу, что ж можно сделать этот обалдометр. Ну. Так что упал. Смотрите, этот обалдометр сейчас вам синяка сделает на коленке. Ну. Даже... Это опять свободно стало, да? А если подкрутить его? Не, ну мне как-то больше это нравится. Так, что у нас сейчас происходит? Регулировка подшипников уже дифференциала. Мы тут вымерили тепловой зазор, как это называется. Сейчас вот этот стучок вот этот будем убирать. А то есть этого люфта не должно быть, да? Ну да, он вот совсем минимальный должен, вот такой вот. Чуть-чуть, а у нас лучше. Ага. У нас вот так. Для этого мы без прокладки суем или как впихиваем. Без вот этой планетарку в сборе, да. И без регулировочных прокладок на подшипниках. Смотрим, как. Она должна сесть на свое место. Подшипники должны встать. Да. Потом мы вымеряем, опять все рассупониваем и втыкаем под подшипники всю столько прокладок, сколько надо. Вот. А это надо сейчас закручивать равномерно. Уже даже рабочее все. В принципе, это рабочее. Но сейчас суть проверить в том, что висит планетарка на хвостовике или нет. А сейчас она уже не будет висеть, потому что подшипники сейчас сели. Угу. И здесь она тоже села в свое место. Ну. Потому что мы без подсопорных шайб. Да. То есть сделали, да, она приняла свое место. Да. И здесь сейчас вымерять не надо, как у нас планетарка, села или в червяк. Ну, она... сейчас только надо будет пластин набрать, чтобы куда она. Куда-то гайки делись. Чик-чик, монтаж. Чик-чик, монтаж, гайки снимаю.
шума. Держите его. Да что оно качает? Держите его семя. Так. Да, видишь, оно вообще красава. Тихо ж, вышел, вдруг выскочит под шею. Это ж вы ж наварили. Так ложите так боком, чтобы рубины диаметры там замерять. Да. Набор пластин подгонять. Оно ж не вкатится со стола. Надо, чтобы не вкатилось. О, бачу сколько. Вот, а ну-ка колечко. О! Что, не лазит? Большое? Да. А там два кольца. У него то одно толще, то другое. Не, одно было кольцо. Ну вот теми на, набирать тогда. На одной стороне было. Набирать. Тормозной трубки почему поменял? Вот здесь вот такое обнаружено стало. Это где-то я зацепил. По бездорожью где-то пенили еще что-нибудь. А длинную трубку, когда откручивали, она уже старая, вот здесь вот скрутили, как говорится, голову. Сделал, купил новую и сделал броню по всей трубке. Из старых трубок собрал, и вся теперь у меня бронированная. Сюда тоже я доделаю броню, и будет тоже вся бронированная трубка. Вот. А было... Папа у меня делал вот такую кожушку, и из-за нее вот как раз это место, где трубка. А вот здесь вот так она была. Из-за нее я не видел, не видно было. А здесь, если трубку загнет, то вовремя можно будет все заметить. Вот так. Как будет называться автосервис? Не подходить к мне! Ну что ты застрял так, а? Вроде пошел. Пошел. Пошел, пошел. Отсюда. Думаем, как жить дальше. И пьем кофе. И ничего не курим. Тут некоторые говорят, и курим бамбук. Ты так хорошо садился, человек. Чую, как... С использованием тельфера. Чую, как мышцы растут. Все, заморачиваем. Физкульт-привет от УАЗа. Ага. Так, в общем, вот такая вот экзекуция. Сняли, поставили, сняли, поставили. Бросили кофе, попили. Да. Давай хоть зазоры посмотрим. Ну, давайте тогда хоть воду поставьте там. Да. Вот это что? Не хочет она лазить. Ни по-старому, ни по-новому. Ничего не поменялось. В общем, все было, значит, у нас щики-пики. Да, ну отлично. Готово, убедились. Надо шайбу вот эту другую. Ну, в магазине купим. Да. Ну, в общем, кольца подобрали. Вот такое количество под один подшипник. Вот такое вот количество под другой. Сейчас, значит, снимается это все дело. Подкладывается и потом все по новой. Спишите. Вот этими пролесами надо напротив вот этих вот подъемников. Что-то тут их вот столько много. Все. Так, эти в подшипничек. Больше нам ничего тут. Так, только надо подшипник, наверное, подставить теперь. Или сейчас пока просто закрутим. Пока. Тебе не хватит, ты просто штай упал. Нижний. Все. Попал? Да. Правильно. Че, ждем пока Вадима тебе? Ну да, цель. Что он там скажет? Последняя проверка. Последняя проверка, да. Это вот герметиком примазали.
Сейчас будем планетарку сюда одевать вот таким вот образом. И проявлять правильность, проверять правильность зацепления зубьев. О, сейчас накрываем чулком. Придавливать тоже надо будет на гайке, да? На два болтика привяжем его. Не-не-не, сюда. Вот смотри. Сюда. Ага. Ага. Сейчас привяжем на два болтика. И все станет понятно, правильно ли стоит хвостовик. Будет удивительно, если все правильно. Это такой ход у нас свободный. Да хватит, наверное. В обратку покрути. Ты же заднюю передачу включи. Понижайку надо поставить. Так, ну давай, снимаем. Смотрим. Смотрим. Упса. Ну вот. Все красиво. Все красиво. Вот она плюхает. Чик-чик. Ну, тут это, вот, чик-чик-чик-чик. Так что, и все красиво. И тут вроде, да, как надо. Полные зубья, да, полные зубья, видишь? Ура, победили. Все красота. Победили мастяку. Гаечки наморачиваем и будем выколачивать. В общем, это выколотка получаться будет у нас. Да, чтобы не портить вот здесь, будем портить вот здесь. А мы эту штуку новую купили. Все равно поэтому... мы ее новую купили, лишь бы нам не сломалось вот это. Да-да-да. Сейчас попробуем. Да не, я думаю, что если равномерно все будет... А эта штука у нас лежит вот, еще одна новая запчасть вчера появилась. Что-что-что? Пошел, родной, пошел, пошел. Пошел, пошел, видно. Здравствуйте. Ну, это, я вам скажу, решение гораздо лучше, чем могло быть без него. Да, да, да. Сюда. Так. Все, хорош, пойдет. Собираем. Все, 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 все. Так сказать. Эта обойма так немного торчать должна, да? Да, да, да. А тут же, когда флянец одеваешь, шайба здесь, а потом флянец, когда одеваешь, этот, ну, короче, сальником, там как раз местечко такое есть, канавочка. Ну, что я вам скажу, засахарил. Ну, все нормально. Саныч, маслом намазал, думаю, что оно как-то масло ускочило. Вот это, да? Да, меня научили, сказали, ни в коем случае нельзя на сухую садить. Это мне, конечно, не нравится. Что, что, наживляется? Наживляется. Резьба? Нехорошо, да. Смотри, ну как сальником стало крутиться. Да, вот уже, ну, вот это еще натяг, даже не закручивали. Натяг появился, да, и вот, а дальше еще, ну, еще появится, когда подтянем и... Там и сям, и должно быть хорошо. Подожди, 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 убери. Так, теперь давай опять. Давай. Так, теперь надо тянуть, не дергать. Просто я тяни, понял, давай. Я что тут натяг. Давай. Стрелку до конца. Ну, что, что? Давай, давай. Стоп, хорош, подожди. Понял, 140 это ты вот уже, все, хорош. Точно, 140.
то, что на заводе чашку эту сделали, видишь, как она ходуном ходит. Вот это да. Грязи отбивать. Вот это да. В общем, момент снятия мы не показывали. В общем, вот такую вот добавили тоненькую шайбочку. Получился зазор здесь чуть-чуть больше и появился ход более свободный. Теперь нагреваться уже не должно. Подшипник. Да, и подшипник не зажат, и уже получается все отрегулировано так, как именно нужно. Лучше, чем на заводе. Вручную, потому что все. Да. Хендмей. Хендмей. Давай, 25 килограммов. 10, 15, 20, 21, 23. Хорош! Пошла характерная дрожь в руках. Это и есть. Отверстие. 25 килограмм, момент затяжки. Ставки делаем, делаем ставки. Ставки делаем, господа. Все, все, все. Отверстие совпало, нет? Делаем ставки. Почти попал. Ну и все. Кто увидит, засмеет. Да? Почему? Надо было чуть не так сделать, ну да ладно. А мы сделаем чик-чик монтаж. И все, засунули, и все. Под рукой. Гвозди засандаливали туда, да? Тогда так и делали, Ваня. Да что ж ты не хочешь? Да я стесняюсь, когда меня камера снимает. Ну, подожди, он кривой стал. Ну все, что там? Не развернутый он. Вы спешите, вы вот так. Так, под руку прошу вас. Так, прошу, тихонечко, не по пальцам. Мне вот хирургическая точность. Давай. Хорош, подождите, давайте посмотреть еще трошки. Так, он там. Не-не, хватит, уже. Хватит, что теперь разинайте так, как вы хотели, красиво. Туда один, туда бантик делайте, и все. Будет очень красиво. Важно не только, чтобы качественно, но еще и красиво. Я проводил пример с этими древними работами мастеров. Они же и шедеврами сегодня считаются, так же? Да. Вот. Можно назвать вот это шедевром? Ну, так я вам скажу. Я, например, на мой взгляд, это ходячина. А тяп-ляп, это не годится. Итак, пойдет, вы увидите. Готов. Ну, клиент готов. Последний штрих. Хотелось бы. Так что вы там робите? Ничего себе, тут вот сейчас потечет на пол масло. Тихо. Тихо, тихо. А нижнюю обойму намазали? Нет. Ну так подшипник намажьте. Не слопайте. Переворачивайте, мажьте там обойму. Я готов, еще ж клей не намазан там. Что вы мне там дразните? Тело-то клеем еще не намазано. Не намазано. Сейчас я вам намажу. Тело. Надо шампунь свой топорик купить. Налей его. Ой, какой звучок. Как масло хлебом машет. Это вот за то, что ты сидишь, я за тебя вот это делаю. Ты же интеллигент, а в перчатке сама держать. Пачкаться. А вы уже выпачкались так, что масло у вас как будет это, как ферри. Кстати, оно тоже хорошо уйдет. Почему-то жир, да? Странно. Это классный герметик вообще. Это место прокладки, это, да? Наши товарищи на Западе никогда не пользуются всякими бумажками. Они мажут красиво вот так это. Герметиком. Этот герметик потом превращается в жесткую резину. И все. Это вам не силикон. А это специальный герметик, да, Вася?
Ну не специально, просто он мне нравится. Нет, вижу, что он не красный. Цвет не другой. И он не пахнет уксусом. Да, это другой. А цвет, если мне память не изменяет, в принципе, сделан для того, чтобы температуру показывать. То есть, кто знает, какой температурный какой барьер, рассчитано, да? Да-да-да, тот там и применяет в тех местах. Нет. По-моему, так. Нет. Вот у этого три цвета. Красный, черный, серый. И у всего цвета написана одна температура. Ну, одинаковый параметр. Не имеет значения. Может. Я тоже сначала думал, что там типа красный на это. На более высокие температуры, да. Тут. Нет. А можно спросить? Разрешите спросить? Разрешаем, валяй. Так точно слухают. Ну это ж очень тоненько намазано, да? Угу. А он что, как-то при этом соединение расширится, не расширится, или как? Какие? Что он делает? Ну, приклеится, он должен приклеиться. Он заполняет. На той стороне, наверное, тоже, не? Чтобы не надо? Ну, в смысле, не, вот не, там. Не. Ничего не надо. А протереть надо, не? Он, а? Протереть надо? Да, да. Ну, как и любой, просто он заполнит полости и будет засохнет в этих полостях, и все. Там не даст возможности... Ничего, масло не будет вытекать? Нет. Как это? Как это? А как мы будем узнавать, что масло кончилось в мосту? Иван, переживай, слышишь? Очередная поездка сюда, и все станет ясно. Когда мост задымит, значит масло закончилось. Что ты на себя? Вот это. Смотрите, я же вам как трубку подержал. Вот вам бы только на попку подержать вот это. Так мне же нравится процесс сам. Ну, я как лялечка. Хоть как-то я полезен. Кстати, я же тренирую. Мне внук уже привез, на четвертый пошел. Но он, правда, еще легче, чем эта штука. Нет, ты собираешься... Поэтому шевелитесь быстрее. Давайте, я же вам поможу. Давайте, давайте. Давайте, поднимайте вверх. Сутуем. Аккуратненько. Лишь бы нам ничего не забыть. Да-да. О. Ой, надо ее снимать. Хорош. Семь миллиметров свободного входа, да? Это нормально. А дяденька вообще у себя выставлял 12, говорит, это идеал. То есть идеал может быть 7, как оказывается. Или должен быть 7. Ну не то, что идеал, говорит, это, говорит, очень хороший свободный ход. Ну что вы скажете, регулировка окончена? Видимо, я да. Я даже не верю. Да? Я даже не знаю, что сказать. Ну, победили мостяку. Ну, давай зальем масло, но доедем. Надо же ждать сутки, как ты говоришь. Ну да, герметику надо подождать чуть-чуть. Так, ну что, у нас по мосту получается все, можно закрыть. Ну, в общем, все. Как говорит дядя Вадя, мостяку победили. Все, что мы меняли, мы показали. Все, что осталось доделать, уже доделаем за кадром. И следующий этап, это будет установка моста на УАЗ, заливание маслов. Прокачка тормозов, ключ на стартер и поехали домой. Или обратно в мастерскую. Или обратно в мастерскую, да. Покажет, как говорится, уже на действии. На этом вам желаем счастья, здоровья, мира в дом и будь добру. Махайте руки. Дядя Вася, до свидания.